Добрый день! Добро пожаловать на площадку «Овощной город». Давайте посмотрим, как чувствуют себя томаты в условиях этого непростого года. Мы с вами находимся на делянке, которая обрабатывалась препаратом RealStop. Растения себя чувствуют прекрасно. Повреждения болезнями практически полностью отсутствуют, что является очень хорошим результатом для двух обработок. На данном варианте мы применяли Ridamel Gold MC, что позволило нам сдержать заболевания на низком уровне, что, конечно же, положительным образом скажется на итоговой урожайности. А вот растение, которое не обрабатывалось фунгицидами, и находится оно в плачевном состоянии. Применяя фунгициды компании Сингента, вы сохраните растения томата здоровыми и, как следствие, получите качественный урожай.